Здорово, народ! Как вы поняли, я уже дома. В этом видео вы увидите две последние рабочие недели в каденции. Всего прошло 4 месяца. Все хорошо. Физически не устал, морально немного устал. Все хорошо. И увидите в этом видео дорогу домой и немного Бреста. Всем хорошего просмотра. Погнали! Вот такую же фигню на эту вот фирму. Только никого нету, блин. Подгрузили меня, наверное, тонны полторы. Это жесть какая-то. Скорее всего, краном будут разгружать. И товар не закреплен. Но сейчас я вам покажу печать, которую ставит фирма загрузчика для полиции. Чтобы не закреплять этот товар, потому что он очень хрупкий. Это неправильно загружен. То ли он сам по себе кривой такой. На правую сторону переклонен какой-то, то ли из-за ветра, фиг пойми, короче. Оу, ё-моё, что там скорая летит навстречу, но вроде мы не мешаем, можем ехать спокойно. Сейчас мы долго с этим гусом будем перегонять впереди идущую фуру. Он что-то как-то вообще неуверенно себя ведет на обгоне. Мы с ним обгоняли уже одну фуру. Он то выскочит, то тормозится, а я за ним выезжаю, и он сразу начинает, ну как бы уже начинает опережать, обгонять фуру и начинает резко оттормаживаться. Я, получается, оттормаживаюсь опять в правую полосу. Хотя впереди мы спокойно могли завершить обгон и никому не помешать. Я считаю, что если, блин, ты не уверен, то лучше не обгонять вот в таком случае. Здесь, короче, один гус, мангальчик, здесь второй. В какую жопу я попал? Вот, сел. Вроде бы еще до земли не достает. Чуть-чуть осталось, но не достает. Сейчас не буду вот так, пока приедет. Вот так вот я заехал, короче.
туалета, естественно, их нельзя сверху перетягивать ни в коем случае. Одну я закрепил за палету, то есть хорошо, чтобы она не ездила. Вторая закреплена таким образом. Так как здесь за палету я не прицеплюсь, вот именно здесь, поэтому я сделал как распорку с таких дощечек, чтобы она мне не ездила с краю в край и назад не уехала. И сильно зажал паз. Теперь товар точно никуда не денется. Что-то я чуть-чуть устал. Произошло. Скорая, полиция. Машина целая, вроде страдания правой стороны у машины. Видать, зацепило. Улетела правой стороной в туннель. Паркинг вообще пустой. Время 16:22. А паркинг пустой. Ждем Серого. Сейчас будем начинать готовить, кушать. Должен приехать Серый к нам на паркинг. Будем на выходных вместе тусоваться. Вот. Как получилось, что до встречи друг другу. Хоть и мне дольше было ехать на этот паркинг, ему 170, мне 300. Но пока он там разгрузился, пока доехал, пока загрузился, в итоге ему еще километров 100 ехать. Нет, все-таки мне этот паркинг нравится. Вообще. Машин вообще практически нет. А, кстати, загрузили мы стекло в этот раз. Такая палетка. И уже готовим ужин. Ужин у нас сегодня это будет бифштекс. Мне два кусочка, Серому два кусочка. И вот такая картошечка уже заправленная паприкой. Только поджарить ее. Короче, суббота. Машин так и нет. Вот еще один бусик приехал, а тот уехал, который стоял. И паркинг с тирами тоже практически пустой. Мы тут сделали себе такой закуточек. Машинами спрятались. Курочку уже пожарили. Сейчас Серый с помидорками, с огурчиками салат доделает, супчик сварится. И пойдем фильмец какой смотреть. Как вам погодка, ребятки? Сейчас едем на крайнюю загрузку. У-у-у, веселье капец просто. Щетки даже не справляются. Так хочется ездить все нормально. Там аж куски слетают. Вроде сейчас уже все. Мы выехали на 11 автобан. По прямой на Щецин. Едем домой. Вот и закончились 4 месяца в трассе. Если честно, это первый раз мой такой с таким сроком. И я думаю, что последний. Больше я столько не выдержу. Не так физически тяжело, как просто морально. Один в этой машине, хоть и уикенды часто мы с кем-то, ну то есть практически никогда один я не стоял. Может, один уикенд я простоял один где-то на паркинге, а так постоянно с компанией, со своими же ребятами из фирмы. Итоги работы, да,
хорошо. Физически не устал, говорю, что сильно морально устал. Просто уже последняя неделя, я хотел на неделю раньше съезжать, но шеф попросил еще неделю остаться. И она вот такая неделя была прям под напряжением, прям вот. Уже я себя мысленно настраивал на прошлую неделю съезжать домой, а съехал на этой неделе. И уже вот эта неделя морально она давалась тяжело, потому что неделя началась с того, что я понедельник, вторник провел под Францией. Со вторника на среду я приехал, грубо говоря, в середину Германии. С середины Германии я загрузился, разгрузился, оказался возле Голландии. Из Голландии вот загрузился в Берлин, и вот с Берлина разгрузился и еду. Сегодня, кстати, не пятница, а четверг у нас. Попросил в четверг меня свести. Вот. Ну, во-первых, меньше народа будет, легче будет билет купить в спальне. Что я покупаю не сидячие места, а спальные, чтобы ехать как раз целую ночь, грубо говоря, с 10 до 6 утра с Щецина в Варшаву. И можно поспать. Это лучше, чем сидеть. Вот. А так все хорошо. До Щецина где-то еще нам 120 километров. Я думаю, мы сейчас быстренько доедем. Заедем, закупимся, что надо домой там вкуснях купить. Дальше я, наверное, скину вам еще видео, на этом не будет заканчиваться, я скину дорогу домой, что-то вам, возможно, поснимаю, так что приятного дальше просмотра. Билет куплен, в 21:47 отправление, сейчас только у нас 18:21, короче, еще ждать. Через пересадку, но там, слава богу, на одну остановку дальше, если погода хорошая. Надеюсь, что в Брест я привезу. Еще немного ждать. Часик. 1:47. Да, то есть. Ну, я уже тут. Лесу само вверху. Парни, еще и здесь ожидание на Варшаве заходни. Выезд мы только в 12 часов. Вечером буду дома. Ждем. Ой, поезд, говорю, автобус. Ждем автобус. Был в 6 утра, но его почему-то отменили. Остался только в 12 там. Короче, в 12 самый ранний. Все, на паркинге. Только уже не на бусе, а на автобусе. До Бреста недалеко уже. Остановились на перекур. В центрах все открыто, люди сидят, кушают спокойно себе, все кафешки открыты. Это, кстати, новый торговый центр у нас. Вот. Пиццерии открыты, все открыто. Вот, это мои любимые. Все открыто у нас, ничего не закрыто. Все везде ходят, где хотят. Пиццерии открыты, все люди там сидят спокойно, кушают себе. Такое чувство, что я на данный момент приехал в толерантную, открытую страну. Ну вот и все. Закончился видос. Следующее видео ждите где-то приблизительно через 4 недели, потому что я приехал домой на 3 недели. То есть, пока я приеду, пока я выйду в трассу, пока сниму что-то для вас. 4-5 недель будет следующее видео. Всем
хороших выходных, хорошего настроения, хорошей рабочей недели. Пока!